Это реальная история любви двух сердец. Он понял, что хочет быть с ней всегда, и решился на отважный шаг. Я давно знаю вашу дочь. Для меня была бы большая честь заботиться о ней, любить и оберегать ее всю жизнь. Она покорила меня своей добротой, искренностью и красотой. И сегодня я приехал, чтобы попросить руки вашей дочери, обещая любить, оберегать и быть рядом с ней всю жизнь. Мы, в принципе, не против, мы только за. Чтоб вы были дружными, любили друг друга, чтоб были счастливы. Мы за, конечно, такое предложение. Живите дружно, любите друг друга, будьте счастливы, чтоб в доме царил порядок, добро, счастье, действовали на. Ce soyeux cortège.